на протяжении многих лет развивалась, но на сегодняшний день, если можно сказать, приобрела такую полную значимость и широкое представительство. Мы имеем возможность в очень широком кругу специалистов, которые представляют самые разные направления науки, образования, относящиеся к олимпийскому спорту, обсуждать тот круг проблем, который имеет место в олимпийском движении. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что олимпийское движение сегодня в мире, оно превратилось в мощное и исключительно разнообразное, многогранное явление, своего рода феномен в нашей жизни, который объединяет огромное количество людей и вызывает огромный интерес всего мирового сообщества. 3,5 миллиона телезрителей на Олимпийских играх. Право за проведение Олимпийских игр в своих городах и странах оспаривают сегодня не представители национальных олимпийских комитетов, как это было много лет назад, и даже в 80-х годах, вы знаете, трагичная ситуация сложилась, когда ни один город не хотел вообще принять Олимпийские игры 1984 года. И в 1978 году долго шли дискуссии, и Соединенные Штаты Америки отказались финансировать, отказали финансовой поддержки правительства проведению игр 1984 года. Наконец, частный оргкомитет взялся за эти игры. Такого случая в истории не было, чтобы государство не отвечало, но исключая ранние этапы. И в конечном счете мог бы вы вынужден отдать право частному оргкомитету на организацию и проведение Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. С тех пор прошло совсем немного времени, но сегодня мы являемся с вами свидетелями результатов деятельности Международного олимпийского комитета, руководимого президентом Хуан Антонио Самаранчем, который объективно вошел в историю олимпийского движения как человек, который открыл Олимпийские игры всему миру. Он, в отличие от Бренниджа, который изолировал Олимпийское движение, что во многом, как говорится, понятно и объяснимо, учитывая тот исторический этап, сложную политическую обстановку и совсем иное отношение к олимпийскому спорту, чем сегодня. Но Бренниджа, вы знаете, все делал для того, чтобы Олимпийские игры были полностью отстранены от политики, отстранены от экономики, категорическим был противником коммерциализация Олимпийских игр, привлечение к них денег. Он практически сам финансировал деятельность Международного олимпийского комитета, будучи одним из богатейших людей в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, этот подход он приводил к тому, что Олимпийские игры были таким локальным явлением, которое интересовало определенный круг людей, но они не были тем, чем они являются сегодня. А сегодня, если проводить исторические параллели, то Олимпийские игры современности, они сродни Олимпийским играм Древней Греции классического периода, наибольшего расцвета Древней Греции. Они переплетены сегодня со всей жизнью мирового сообщества, я имею в виду и политику, и эффективную экономику, и развитие государств. Посмотрите, чем явились Олимпийские игры для Пекина, или чем они в свое время явились для Сеула, или чем они сегодня являются для России, имею в виду Сочинские Олимпийские игры. Сегодня за право проведения этих игр соревнуются президент Соединенных Штатов Америки, премьер-министр Японии, премьер-министр Бразилии, король Испании. Президент Путин представляет Россию на сессии Международного олимпийского комитета, принимающей решение о проведении Олимпийских игр. То есть на сегодняшний день этого никогда не было, чтобы на таком уровне вопросы решались, и претенденты на право проведения Олимпийских игр, они уже на сегодняшний день перешли уже в третье десятилетие, и сегодня многие страны, в том числе и Украина, заявляют о своем желании проводить Олимпийские игры в третьем десятилетии нынешнего столетия. Сегодня в олимпийском спорте огромные деньги, сегодня нет никаких препятствий для участия профессионалов в олимпийском спорте. Сегодня интенсивнейшим образом развиваются всякого рода сопутствующие программы, не имеющие прямого отношения к спортивной деятельности. Это спорт, экология, это права человека, это международное сотрудничество, это противодействие всякого рода негативным явлениям и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день, если мы смотрим, каким образом лихорадят различные международные организации, вчера исключая такую организацию, исключая Организацию Объединенных Наций, авторитетнейшую организацию в мире, и, казалось бы, решающую неизмеримо
более важные проблемы, чем развитие спорта. Но мы видим, что эту организацию лихорадит, что ее решения не выполняются, что она превратилась в такую организацию, ну скажем, которая реального влияния на процессы, происходящие в мире, сплошь и рядом не имеет. В то же время Международное олимпийское движение, Международный олимпийский комитет является в высшей степени стабильной организацией. Я думаю, придет время, когда современную историю олимпийского движения, я думаю, что это уже справедливо делать и сегодня, будут рассматривать как своего рода своеобразную эпоху самаранча. Вот эти 20 лет они перевернули, как говорится, все это олимпийское движение и превратили его в то авторитетнейшее движение, каким оно сегодня является. И далеко не все и не на всех этапах воспринимали деятельность самаранча. Очень много было критических выступлений в его адрес, очень много было противодействия. Он мудро и умело обошелся эти вещи и довел свои идеи до конца и передал это дело в руки человека, который... Ну, сумел сохранить основное направление развития олимпийского спорта, придать вот этому направлению стабильность, определенное спокойствие. И я вижу, что мы сегодня все с вами являемся участниками этого благородного, в высшей степени авторитетного движения. Когда мы говорим о современном олимпийском спорте, то, конечно же, его нынешнее положение заслуживает всестороннего и глубокого изучения, потому что очень многие вопросы, которые касаются олимпийского спорта, они изучались локально. Существует очень много стереотипов, и, естественно, поле деятельности здесь намного является более широким и более многообразным, чем на сегодняшний день это представлено в специальной литературе, представлено в учебниках для студентов, да и вообще существует в мировом сознании. И вот сегодня мне хотелось обратить внимание, ваше внимание на некоторые исторические аспекты, связанные с современным олимпийским спортом, его историей, начиная, как говорится, от моментов, связанных с историей Древней Греции, и заканчивая нынешним состоянием олимпийского спорта, и обратить внимание на некоторые, на мой взгляд, очень перспективные направления исследования, совершенствования системы образования, представления олимпийского движения с его богатейшей и многовековой историей, как значительно более многообразного движения, значительно более сложного движения, чем это представлено сегодня. Естественно, когда заявлена такая, как говорится, громкая тема доклада «Олимпийский спорт. История и современность», то охватить в рамках 30 минут всю проблематику невозможно, поэтому с вашего разрешения я только затрону некоторые моменты, которые мне представляются достаточно интересными и актуальными. Но прежде всего говоря об истории Олимпийских игр, мы с вами связываем древнегреческую историю вот с очень коротким историческим периодом. Игры проводились почти 1200 лет. А мы знаем об играх, и игры описаны в литературе, представлены в различного рода исторических памятниках, дошедших до наших дней. Это игры очень короткого периода, это 4-5 век до нашей эры, это период, классический так называемый период в истории Древней Греции. Это период наибольшего расцвета Древней Греции, это период, когда творили все эти знаменитейшие люди, фамилии которых мы знаем, и произведения которых дошли до нас, это крупнейшие философы, крупнейшие поэты, крупнейшие политические деятели, которые отразили в своей деятельности и в богатейшей литературе, дошедшей до наших времен, отразили то положение, которое было в Древней Греции в те времена. Это расцвет искусства, расцвет культуры, расцвет архитектуры, философии. То есть это была очень интересная страна, в которой существовало, как показано на этой карте, около 200 государств, каждая из которых была самостоятельными, каждая из которых стремилась к прогрессу и стремилась на первое место поставить возможности человеческого разума, человеческой индивидуальности, гуманистические ценности, хотя существовало огромнейшее количество конфликтов и войн, и все, что не могло. Но это Греция в те времена, она принципиально отличалась от всего остального мира по уровню культуры, по уровню образования. И мощнейшее влияние язычества, то есть религиозной составляющей жизни древних греков, оно и породило вот этот праздник, потому что Олимпийские игры Древней Греции – это религиозное празднество. Поэтому это событие, оно вплеталось тогда, естественно, в жизнь, потому что роль религии была огромна, и когда это был религиозный праздник, то к этому празднику тянулось все общество, и культура,
и литературы, и образования, и все остальное. И таким образом появились вот эти древнегреческие спортивные праздники, одним из которых были Олимпийские игры, это самый крупный праздник. Естественно, и мы знаем с вами, все, вот все памятники, которые мы видим, литература и так далее, они описывают этот период расцвета Древней Греции. Но это, я повторяю, это примерно около 100 лет. А история 1200. Естественно, скажем, наш авторитет этого движения сегодня заслуживает того, чтобы мы значительно более разносторонне и бережно отнеслись к истории Олимпийских игр Древней Греции, более всесторонне их изучали и более интенсивно и интересно их представляли, по той простой причине, что очень много было и интереснейших процессов, и очень много было ярких людей, которые способствовали развитию Олимпийского движения, которые на сегодняшний день находятся в стороне. Сегодня говоря об истории Олимпийских игр Древней Греции, конечно, нет смысла никакого останавливаться на классическом периоде, который достаточно хорошо известен и который отражен в огромном количестве сохранившихся на сегодняшний день памятников культуры, архитектуры и в литературных произведениях и так далее. Но после этого наступил, после классического периода наступил так называемый эллинистический период жизни Древней Греции, который был начат в 334 году до нашей эры Александром Македонским, и в течение 10 лет он завоевал, вы посмотрите, какую огромную территорию, во многие десятки раз превышающую территорию Древней Греции. А это уже были народы с другой религией, с другим устоем социальным. И, естественно, они тоже все были в той или иной мере привлечены к Олимпийским играм, и многие из них участвовали в Олимпийских играх и были чемпионы Олимпийских игр, в том числе, например, и из Армении. И, естественно, эти уже другие игры, религиозная составляющая постепенно размывалась, игры становились более сложными, и это сложный период, который тянулся на протяжении многих лет, вплоть до периода, когда Греция постепенно была завоевана древним Римом, образовалась Римская империя. И этот период, он практически не освещен в литературе серьезно, хотя там было очень много интересных процессов и явлений, это уже были другие Олимпийские игры. А после этого начался очень продолжительный период, 400 практически, около 500 лет, когда Древняя Греция находилась в составе Римской империи. И мы сегодня обращаем внимание на то, что Греция находилась под гнетом Рима и находилась в составе Римской империи, естественно, жила по закону.